Последние репетиции перед танцевальной битвой школьники и учащиеся училищ Кировского района проводят за несколько минут перед началом соревнований, прямо перед актовым залом. Каждая команда рассчитывает как минимум на поддержку публики, как максимум на победу в конкурсе. Будем удивлять шляпами и нашим внешним видом. Я думаю, никто не будет так выглядеть, как мы сегодня. Белый-черный. Красиво. У нас несколько выступлений. Первое – это стиляги Барбара Стрейзанд, а второе – леди дэнс. И крейзи. И клубный танец. Танца как-то развеселить народ, поднять публику, чтобы всем было весело, настроение. Танцевальный конкурс среди учащихся организаторы назвали не соревнованиями, не чемпионатом и даже не турниром, а довольно модным заморским словом «баттл», что переводится как «битва». Говорят, это слово более понятно и знакомо современным школьникам. Баттл почему? Потому что танцевальный. Танцы – это баттл. Танцы – это жизнь. Ну и всегда, когда ты танцуешь, ты соревнуешься. Баттл именно относится к танцам. Ну, мы решили, что мы не будем отходить от этого названия. Назовем именно так. Предпочтение школьники отдают в основном зарубежным направлениям. Впрочем, члены жюри заявляют, главное, чтобы ребята имели возможность заниматься танцами, ведь в некоторых школах города до сих пор нет хореографических классов и залов. За последнее время произошли какие-то упущения в этом направлении. Поэтому мы вот хотим наверстать сегодняшним событием, узнать уровень подготовки на сегодняшний день и в целом организовать это в модное направление в дальнейшем, чтобы это перевелось в флешмоб. Вот. А сегодняшний такой вот молодежный dancing battle, он как бы обозначит нам приоритеты лучших исполнителей, лучшую подготовку по школам и ситуацию в районе. В итоге никто из участников танцевального баттла без поощрений не остался. Все коллективы получили подарки, а самых лучших ждали не только почетные призовые места, но и поход в боулинг. Тоже, кстати, далеко не русский вид спорта.